Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я прям к вам с таким жилетиком. Связался он легко и просто. Мы с вами вязали этот узор. У меня уже есть мастер-класс этого узора. Этот узор из книги Хитоми Шива, то есть это японский узор. Вот. И вяжется он довольно просто. Ну, не самый сложный, я бы так сказала. Как видите, я сделала его центральным по жилету, да? А спинка у меня связана просто изнаночной гладью. Я думаю, что это очень интересная модель. Мне она нравится. Вот. Такая комфортная жилеточка теплая на зимнюю, весеннюю, осеннюю пору. Думаю, что пригодится в гардеробе любой женщины. Вот. Красивая, интересная моделька, универсальная. Ее можно и куда-то выйти с такой красивой, на видите, пряжа с люликсом, да, можно и просто на повседневку куда-то в офис носить, правильно? Или погулять пойти. То есть универсальная такая вещь. Вот таким образом, девочки, это будет выглядеть на тонкой, на маленький размер, на тонкой девушке. Я думаю, что это тоже очень сейчас модно и актуально. Такое вот, вы видите, да, широкий свободный крой получается. Это то же самое, что на мне, только гораздо интереснее смотрится, согласитесь, да. Вот я вам со всех сторон сейчас показываю эту модель. Очень эффектно, хорошо смотрится, правда. Мне очень нравится. Прям вот... Это вот у нас манекен 44 размера. Вот. Так что можете воспользоваться описанием для моего размера. Таким образом выглядит описание, которое я выкладываю под видео. Мы будем сегодня рассматривать размеры российские 48, 50, 52, 54. И размеры европейские 42, 44, 46, 48. Вот. И все это вы сами, девочки, прочитайте. Здесь очень подробно я рассказываю. Все, вся последовательность действий здесь изложена. Ваше вязание. Ну и более детально, конечно же, мы сейчас начнем с вами рассматривать. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же... Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И пряжу я использую Alize Super Lana Midi Luxe. Пряжа у нас с люликсом. Очень так заманчиво она у нас переливается вся, да. Очень красиво смотрится. Итак, девочки, вот такую выкройку я предлагаю использовать для нашей сегодня работы по расчетам. Будем сегодня рассматривать размеры 48-50 и 52-54. Длина у меня изделия получилась несколько удлиненная, 66 сантиметров я ее сделала на оба размера, да, то есть он такой удлиненный вариант у нас. Вот, и в петельном эквиваленте, смотрите, в одном сантиметре плотность по горизонтали 1,47, ну 45 петель, да, сотых, в одном сантиметре 2 ряда получилось по вертикали. Так, и в петельном эквиваленте на первый размер я набирала 79 петель, на второй 87 петель. Вот, и у меня узорчики вот таким образом располагались, девочки. Значит, кромочная 27 изнаночных, это передний перед, да? Затем 31 петля по центру, это узор, и 27 изнаночных, снова симметрично, с двух сторон и, соответственно, по кромочной. Это первый раз, это второй размер я вам сейчас назвала, где 87 петель, а там, где 79 петель, 23 изнаночных с двух сторон, а по центру также узор идет, ну и плюс кромочные. То есть вы, в принципе, можете любую величину взять, какая вам будет нужна по ширине, и вот отрегулировать с помощью вот этих
с двух сторон изнаночных петель. У меня ширина на первый размер 54 сантиметра, на второй 59 сантиметров. Но хочу оговориться, вы уже видели, да, что на худенькой девушке сейчас стало очень модно носить приблизительно два размера больше все модели, да, и джемпера, и жилеты. Поэтому, если вы хотите выглядеть вот так же очень свободно, свободный крой такой, то вам нужно тоже вязать по вот этому размеру, в принципе, 52-54. Имейте это в виду, девочки. Имейте это в виду. То есть смело на совсем худеньких 42-44 можно использовать вот этот размер 48-50, где 54 сантиметра, а на 46 уже можно и 59 сделать ширину спинки переда. Но спинка перед вяжется совершенно одинаково. У нас различия в вырезе горловины, девочки. Вообще-то есть текстовое описание под видео, да, вы его уже знаете, оно существует. И там все подробно, вся инструкция по вязанию есть. В сегодняшнем видеопроекте я рассматриваю вот вначале сейчас кратко теорию, да, и затем я вам буду поэтапно показывать отснятый материал по таким проблемным моментам, как вывязывание проймы, вывязывание выреза горловины, вот. Затем, как поднять петли для того, чтобы связать планку по вырезу горловины, да? Также, как связать планочку вот здесь по пройме. То есть, вот такие моменты будем сегодня с вами рассматривать. Итак, при вязании берем спицы номер 3,5 и вяжем планочку приблизительно высотой 4,5-5 сантиметров, но это 10 рядов в моем случае было на спицах 3,5, резиночка 1/1 используется. Затем переходим, если вы вяжете спинку, изнаночная гладь, если вы вяжете перед, то вот таким образом вяжете, располагаете свои петельки. Так, ну и вяжете, и на высоте 78 рядов, у меня это 39 петель получил, 39 сантиметров. Начинаем вывязывать пройму. 9 петель я убавляю в следующей последовательности. Первые 5, и затем в каждом втором ряду по одной петле 4 раза. Вот, все это есть в описании. Так, теперь дальше. На определенной, опять-таки, высоте, сейчас я уже здесь не помню, в описании все это есть. По-моему, вот вырез горловины спинки. Не знаю, вот боюсь ошибиться, 66 минус 4,5, минус глубина его 2. В общем, по-моему, 61 сантиметр, 122 ряда. Начинаем вывязывать вырез горловины спинки. Вот, надо закрыть 33 петли, и все, что осталось, это петли плеч. 33 это я закрывала в своем случае на свой размер. Для маленького размера 31 петля. Вот, и у меня на петли, на плечи оставались по 15 на маленький размер, и на мой размер 18 петель было. Вот. Как это все сделать, будет детально отснято, будет у вас перед глазами, как я это вывязываю. Так, ну что тут еще интересного, да? По переду также у нас будет на определенной высоте, вот у меня 54 сантиметра, это 108 рядов. Мы также приступаем к вывязыванию выреза горловины по переду. И здесь у меня 33 петли в моем случае закрывали следующим образом. Первые, значит, средние 13 петель, да, и затем закрывалось 2 раза по 3 и 2 раза по 2 в каждом втором ряду. Вот. Как это сделать, я тоже вам сегодня покажу, мои хорошие, не переживайте. Вообще вязать этот жилет оказался очень просто и быстро. Я его, девочки, связала за 3 вечера, если честно. Вот, села перед Новым годом, и перед Новым годом же, в 31 числа, я его закончила, в принципе. Вот. И вот сейчас пока монтирую, сижу, и думаю, что все вам будет понятно, свяжете без всякого труда. И далее, после того, как вы все это свяжете, две эти детали,
Нам надо будет с вами выполнить сборку, то есть сначала сшиваем петли плеч, да, затем боковые стороны, я показываю, как это сделать, и затем я приступила к вывязыванию планочки по вырезу горловины. У меня получилось 80 петель в наборе, я покажу, как это поднять петли. Если кому интересно, посмотрите, как я оформляю вырез горловины, да. И то же самое, таким же образом я поднимала петли по пройме, и у меня тут по 70 петель. Можно посвободнее сделать, кто любит свободную пройму. Вот. Можно также сделать по 80 петель. Имейте это в виду. То есть у меня вот 70, и она немножечко так стягивает, да? Вот как бы даже визуально это хорошо заметно. Вот. Но если вы хотите, чтобы была очень широкая такая пройма, то советую вам сделать тоже 80 петель, как по вырезу горловину. Не 70, а больше надо сделать, чтобы было свободнее вот здесь планочка. Так, ну а ширина планочки такая же, как и здесь. Вот 4,5, у меня 4 там получалось, что тут, что тут. Так, ну это вот теория наша, да, описание у вас будет под видео, поэтому я не буду на этом сейчас заострять внимание. В общем, концепцию я вам изложила, как мы будем вязать, и давайте приступаем. Итак, девочки, буду кратко. Значит, для спинки... У меня 52 размер, я набрала 87 петель. Резиночку я, девочки, связала спицами меньшего диаметра. Здесь вот я вяжу основное полотно спицами диаметра 4,5, а для резинки я брала 3,5. И связала я резиночку на высоту 5 сантиметров. Затем перешла на изнаночную гладь. Сейчас я вяжу изнаночную гладь и дошла уже, значит, до момента, когда необходимо сделать закрытие петель по пройме. Формируем пройму. И мне надо закрыть 9 петель. Закрывать я буду в такой последовательности. Первый раз я закрою 5 петель, а затем в каждом втором ряду по одной петле. 4 раза буду закрывать. Вот. И сейчас я закрываю с двух сторон 5 петель. Показываю. Раз. Петлю закрыли, 2 петлю закрыли, 3 петлю закрыли, 4 петлю закрыли, 5. Закрыли 5 петель и далее продолжаем вязать наше полотно изнаночными петельками. Изнаночная гладь у нас идет. Итак, я дошла до конца ряда, провязала благополучно. Переворачиваю на изнаночный ряд. И здесь сейчас буду закрывать тоже 5 петель. То есть у нас идет симметрия в закрытии. Раз, два, три, четыре, пять. Связали, да? И далее я опять продолжаю вязать изнаночный ряд лицевыми петельками до конца вот этого ряда. Итак, я довязала до конца ряда изнаночной, переворачиваю. У меня начинается снова лицевой ряд. И здесь я сейчас буду делать по одной петле. То есть в каждом втором ряду лицевом у меня убавка. И далее опять продолжаю вязать изнаночные петли. И как я вам сказала, перевернули мы на изнаночную сторону и после 5 петель закрываем одну. Все, и далее продолжаем вязать снова лицевые петельки у нас в изнаночном ряду вяжутся. Итак, девочки, вот таким образом у нас будет происходить закругление, да. Еще 3 раза так надо будет сделать. Всего у нас 4 петли по одной закрывается. Еще 3 раза осталось сделать. Следующий лицевой ряд у нас с вами. И мы снова закрываем одну петлю. Закрыли и продолжаем вязать. Итак, девочки, я закрыла 9 петель. Вот такой у меня получился закругленный
вырез проймы. И далее мы продолжаем вязать нашу спинку. То есть всего от планки должно быть 122 ряда. Вот мы, значит, от планки 122 ряда и начнем формировать с вами вырез горловины спинки. Будем закрывать с вами 33 петли. Как это сделать, я вам сейчас тоже покажу, когда довяжем. Итак, сейчас у меня уже 122 ряда связано моей спинки, и пришло время нам сформировать вырез горловины спинки. Для этого я сейчас буду закрывать средние 23 петли. Всего надо закрыть 33 петли с закруглениями, и мы начинаем со средних 23 петель. Итак, на плечо у меня 18 петель отводится. Считаем 18 петель пока. Раз петля, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 петель у нас на плечо. 5 петель мы будем оставлять для закругления. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Так? И 23 петли начинаем закрывать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23 петли закрыли, да? И все, что осталось, мы с вами продолжаем вязать. 1, 2, 3, 4. Довязываем до конца эти изнаночные петли. У нас сейчас будет каждая половина разделилась и будет вязаться раздельно. То есть у нас, видите, да, средние петли оказались закрыты, да. Здесь у нас идут петли для закругления, 5 я отложила, 18 петель плеча. И здесь то же самое получается. Так. Сделали, да? И продолжаем сейчас вязать вот эту левую часть. Переворачиваем на изнаночную сторону. Довязываем вот сюда до выреза горловины и закрываем 3 петли по лицевой стороне. Связали изнаночную сторону, переворачиваем, как я и сказала, и по лицевой стороне для скругления нашего выреза закрываем первые 3 петли. 1, 2, 3. И снова продолжаем вязать оставшиеся петли. Вяжем. Вяжем, 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 да. Потом переворачиваем на изнаночную сторону. Сейчас дойдем. Связали. Переворачиваем на изнаночную сторону. Вяжем изнаночный ряд на тех петлях, которые у нас здесь сейчас на спице. И потом по лицу снова будем делать еще 2 петли закрывать для скругления по вырезу. То есть мы делаем с вами все эти закрытия в каждом втором лицевом ряду. Как я и сказала, довязали изнаночный ряд, да, на тех петлях, что были на спице. Переворачиваем снова на лицевую сторону и продолжаем. Видите, у нас уже скругление получается, да? И еще 2 петли закрываем оставшиеся. Все. 1, 2. На скругление мы выделяли всего 5 петель. Первый раз 3 петли закрыли, а через 2 ряда закрыли
во втором ряду еще 2 петли. И у нас должно сейчас остаться 18 петель плеча. В следующем ряду мы их сейчас закроем. Довязываем опять до конца ряда лицевого. Так. Довязали, да? Вот, переворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Также довязываем все петельки сюда. Сейчас лицевые, это изнаночный ряд. Все 18 наших петель плеча мы вяжем. И теперь пришло время закрыть наши петли плеча. Да, перевернули снова на лицевую сторону и все 18 петель плеча закрываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И вот это вот наш 18 петельку. Отрезаем ниточку, да? Все закрыто. 18 петля. Так, девочки, вот что у нас с вами получилось. Петли плеча такие. Так, теперь по вырезу горловины вторую часть. Также приступаем к вязанию. Здесь у нас с вами получается спицы на изнаночной стороне, да? И вяжем также убавки зеркально. То есть у нас сейчас будут 3 петли закрываться. Затем в следующем втором ряду 2 петли закрываться. Вот, в общем-то, то же самое мы делаем. Да? Берем заново ниточку. И вяжем. Этот ряд мы провязываем. Все петли, как они у нас есть. Это у нас изнаночный ряд, где мы с вами закрывали средние петли. Да? То есть здесь мы пока никаких убавок не делаем. Мы просто довязываем начатое, как говорится. Да? Вяжем теперь наш нечетный лицевой ряд. Все петли изнаночные. Да? И на этой правой половинке у нас все скругления будут выполняться по изнаночному ряду. То есть там, где лицевые петли. Вот смотрите, неизменно я вяжу наш лицевой ряд, все петли изнаночные. Да? Изнаночная гладь есть у нас. Так. Эту петлю мы потом заделаем, ничего страшного. Ниточку. Так, и далее переворачиваем на изнаночную сторону и делаем первую убавку. Здесь по скруглению нашему мы закрываем с вами 3 петли. Раз, два, три. И продолжаем вязать до конца ряда лицевые петли оставшиеся. Затем у нас идет неизменные петли, вяжем по лицу, то есть все изнаночные, которые остались, да, и затем снова возвращаемся в изнаночный ряд и снова делаем 2 петли, закрываем. Итак, девочки, перешли снова на изнаночную сторону. Сейчас момент закрытия оставшихся 2 петель у нас по вырезу спинки. Раз, два, 2 петли оставшиеся закрываем, да. И вяжем до конца ряда все наши петли. Осталось у нас здесь 18 петель плеча. Так, их надо закрыть нам с вами. Переворачиваем
вязания. И по лицевой стороне, так же как в первой половине, делаем закрытие оставшихся 18 петель плеча. Закрываем петли все, которые у нас есть на спице. Все, в принципе, со спинкой мы можем закончить, отложить вязание. Приступаем к вязанию переда нашего жилета. И там будет у нас ажурный узор посередине. И сейчас я вам схематично расскажу, как это будет выглядеть у нас после того, как мы свяжем с вами точно такую же нижнюю планку резиночкой 1 на 1. Итак, все я петельки закрыла, девочки. Также обрезаем нашу ниточку. Все. Так, спицы откладываем. И вот что у нас с вами получилось. Конечно же, это все отпаривается. Вот такой у нас получился закругленный ровный вырез, да, красивый. Вот. И наша задача теперь приступить к вязанию переда нашего с ажурным узором. Вот здесь будет по центру идти. Так, спиночку откладываем. Конечно, здесь можно все ниточки заделать, вот эти вот все концы, которые здесь есть у нас. Я их сразу стараюсь заделать, чтобы они не мешались, не раздражали, да. Вот, и давайте приступим к вязанию переда. Вот таким образом я схематично изобразила, как у нас располагается узор. Наши те же 87 петель участвуют, да, на спице номер 3,5 мы набираем и вяжем нижнюю планку, такую же, столько же рядов, как по спинке. Вот, затем переходим на ажурный узор. Кромочная 27 петель идут изнаночных. По центру наш 30, на 31 петле наш мотив. И здесь симметрично снова 27 изнаночных и кромочная. Да? Вот таким образом сейчас мы будем с вами вязать перед, и также на той же высоте мы будем делать с вами закрытие петель по пройме, да? Девочки, я уже связала почти больше половины нашего узора по переду, да? То есть я уже связала, вот у меня перед дошла до формирования проймы. Вот уже первые 5 петелек я закрыла. Сейчас до этого края дойду. Просто здесь очень хорошо можно это показать. Вот такой у нас получается центральный мотив на фоне изнаночной глади. Планочка такая же, как у спиночки. Нижняя резинка 1 на 1 связана. Вот такой вырисовывается узор. Пройму я буду делать один в один, как у спинки, то есть тоже 9 петелек закрывать. И затем мы с вами приступим к вывязыванию выреза горловины переда. Итак, девочки, сейчас пришло время сформировать по нашему переду вырез горловины. На высоту 8 сантиметров он у нас идет глубиной. Так, то есть я вот уже сейчас связала 108 рядов. Как очень легко было посчитать, потому что у нас с вами раппорт узора составляет 30 рядов, да? Вот. И 108 рядов это, соответственно, 3 полных раппорта по 30 плюс 18 рядов, да? То есть сейчас мой узор находится вот в этом месте, вот 19 ряд. Я вот так сейчас помечу этот ряд для себя. И мы начинаем с вами закрывать средние 13 петель. Затем каждую половинку мы будем вязать отдельно, так же как по спинке. И будем делать закрытие со скруглением, с таким. Два раза мы закроем по 3 петли. И два раза мы закроем по 2 петли. Вот. И закроем петли плеча
на той же высоте, что и петли спинки мы закрывали. Значит, для того, чтобы нам закрыть 13 средних петель, необходимо связать 28. 28 петель, затем пойдут 13 наших. Вяжем. Раз, да? Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19. Так, здесь 19 у нас, да? Здесь... Дальше нам необходимо здесь связать, значит, накид. Это уже у нас идет 20, да? 21, 22, 23, 24. Связали, да? Далее идет 25, 26 и еще 2 петли нам надо с вами связать. Здесь у нас идет 19 ряд, здесь должно быть 2, но мы еще 2. Вот 27, 28, 2 лицевые делаем, да? И дальше у нас идет с вами закрытие 13 петелек. И мы это делаем как 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 петелек закрыли. Так, дальше у нас с вами остается одна лицевая. Затем снова 2 изнаночные идут. И по узору идет у нас с вами, значит, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. И снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. И остались изнаночные петли до конца. Вот, таким образом мы с вами закрыли 13 петель центральных. И сейчас мы будем вязать вначале левую половиночку, потом правую, закрывая в каждом лицевом ряду, будем определенное количество петель закрывать. Довязала я до конца. Вот наши с вами центральные закрытые петельки. Здесь узор у нас сейчас, похоже, будет только формироваться. Здесь мы будем давать вязать либо лицевую, либо изнаночную. На изнаночную гладь полностью перейдем. Вот эти 2 петли мы их сейчас все равно закроем. Так. А здесь вяжем по узору. Вот эту красивую вертикальную полосу. Переворачиваем наше вязание. Изнаночный ряд вяжем, как смотрят петли. Довязали с вами до конца изнаночный ряд. Переворачиваем снова на лицевой ряд. И закрываем сейчас еще 3 петли. Раз, два, три. С внутренние 3 петли закрываем для скругления. Далее у нас идет узор. Наш узорчик на 5 петельках. В этом ряду у нас с вами будет сейчас вязаться здесь вяжутся просто 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые. И далее снова вяжем изнаночные петли до конца ряда. Затем у нас будет изнаночный ряд. Мы будем вязать, как смотрят петли. И встречаемся в следующем лицевом ряду. Связали изнаночный ряд, переворачиваем на лицевой. И в следующем, и в этом лицевом, мы еще 3 петли закрываем. Раз, два, три. И у нас здесь уже, в принципе, остается просто петельки уже, ну, не знаю, зачем мы их уже вывязывать. Давайте пока свяжем лицевые, да, а затем мы сделаем их уже, они тоже будут закрыты. Мы их
сейчас в следующем лицевом ряду снова закроем. Вяжем до конца ряда изнаночную гладь. Затем в лицевом, в следующем лицевом ряду будет следующая убавка, а изнаночный ряд переворачиваем. Мы вяжем все петельки, как они на нас смотрят. Итак, в этом лицевом ряду мы будем закрывать уже всего лишь 2 петли. 2 петли. Закрываем. Раз, два. Все, полностью мы избавились от узора. И остались у нас с вами только изнаночные петли. Вяжем, девочки, сейчас довязываем этот ряд изнаночными петельками. Затем изнаночный ряд вяжем. Тоже все петли у нас будут лицевые. Итак, еще одна у нас убавка с вами идет. Последняя. Еще 2 петли закрываем. Раз, два. Все. И здесь у нас остались только петли плеч. 18 петель, так же как у спинки. Теперь мы будем вязать высоту, исключительно изнаночную гладь, до высоты спинки. Должно все совпасть. Полностью длина спинки и переда должна полностью совпадать. Итак, девочки, я связала одну половинку закругления. Видите, у меня получилось вот такое, да? И сейчас точно так же я буду, как мы с вами по спинке, да, только уже у нас вот здесь начнут убавочки идти с изнаночной стороны. В каждом изнаночном ряду мы будем то же самое делать. Значит, первые мы делаем 2 раза по 3 петли закрываем. И затем 2 раза по 2 петли. И еще вяжем некоторое время, просто ничего не закрывая, просто высоту вяжем оставшиеся ряды. Сколько в вашем случае будет нужно до высоты спинки довязать. У меня всего высота составила 126 рядов. Всего высота от планки до плеча. До закрытия вот этих петелек. Итак, девочки, сейчас также, даже нет у меня уверенности, нужно ли это показывать. В принципе, да, вы и сами это все умеете делать. Так, здесь у нас будут с вами сейчас идти петельки. Значит, просто вяжем, как смотрят петли. Пока никаких закрытий у нас нет здесь больше. И мы вяжем петли, как они на нас смотрят. Делаем с вами первое закрытие. 3 петли первые закрываем. По изнаночной стороне у нас правая часть вяжется. Раз, два, три. И так же, как у той половиночки, остальные петли мы вяжем, как они на нас с вами смотрят. Самостоятельно вяжем. Встречаемся в следующем изнаночном ряду. Будет в следующем изнаночном ряду закрываем еще 3 петли. Раз, два, три. И оставшиеся петли вяжем, как они на нас смотрят. Также вяжем. Ну, у нас здесь идет лицевые петли, да, а по лицевой стороне это изнаночные петельки. И, в общем-то, девочки, в следующем изнаночном ряду будем следующие убавки делать. В этом изнаночном ряду, в следующем, у нас уже закрываются всего 2 петли. Раз, два. Продолжается вязаться лицевые петли и по лицевой стороне изнаночные петли. Да? И осталась у нас с вами еще одна убавка в следующем тоже изнаночном ряду. И еще закрываем оставшиеся 2 петли. И у нас с вами, девочки, после того, как, в общем-то, мы с вами сейчас довяжем вот этот ряд, останется еще вязать нам 10 рядов и закроем петельки. Но это в моем случае. Возможно, в вашем случае будет другое количество рядов, высоту вязаться. Я рассказываю про свой размер. Так, и у нас здесь еще осталось с
вязать 10 рядов и закроем петельки плеч. Так, девочки, вот таким образом сейчас выглядит два наших полотна связанных, спинка перед. Я уже сшила одно плечо сшила. Вот такой шов получается. Я сшивала крючком. Можно иголочкой, можно крючком. Я покажу вам этот шов. Вы можете своим любым способом сшивать, как вам нравится. Я раньше иголочкой сшивала, вот сейчас крючком решила. Итак, берете ниточку, вот, таким образом прикладываете лицевую часть с лицевой частью, да, и у нас наружу изнанка. Берем крючочек, соединяем крючочек через оба полотна и подхватываем петельку. Оп, подхватили, да? И далее пошли вот таким образом. Через два полотна крючок, подхватываем ниточку и вот таким образом вытягиваем. Снова сюда вводим крючок, подхватываем ниточку и вводим, да? Конечно же, мы тут все совмещаем, да? И, конечно же, мы следим за тем, чтобы у нас здесь все ровненько шло. В принципе, ничего сложного здесь нет. Опять вводим крючок через сразу два полотна. И вот таким образом вытягиваем. Вот таким образом у нас с вами вот такая красивая получается цепочка. Так и вот так. Снова показываю. Так. Вытягиваем. Вот так. Протыкаем, да, вот крючок подхватываем ниточку. И вот так. Таким образом. Здесь мы, конечно, все должны, чтобы совпало у нас. Это очень простой способ. Сейчас посмотрим, что у нас на лицо получилось. Так. И смотрим, что на лицо получается. Вот такой ровненький, идеальный шов получается на лицо. Пожалуйста. Все. Ничего не заметно. Здесь отпарится, и все будет вообще просто супер смотреться. Так, доделываем. Доделываем до конца. Так, обрезаем нашу ниточку, вытягиваем. Все, девочки, кончики заделываем и приступаем к сшиванию боковой части. Для сшивания боковой части воспользуемся тем же самым способом, что сейчас сшивали плечо, да? Берем две части наши, совмещаем, также крючком вводим в самые крайние петельки, через оба полотна протягиваем и вытягиваем, вот таким образом провязываем одну петлю. Это мы так закрепили, да? И далее, девочки, очень аккуратно, здесь будьте внимательны, делаем, чтобы у нас ровно и хорошо было, надо, чтобы только в одно и то же место входило вот по вертикали в одно и то же место, чтобы была строчка красивая у резинки, сформировалась. Вводим в одно и то же место, да? Здесь также мы вводим только вот эта вот петля у нас боковая, да? Видите, обязательно за нее, вот чтобы вот эти вот наружу не были, вот сюда вводите крючок, вытягиваете и протаскиваете. Снова сюда вводите, сюда в следующую также и протаскиваете. Снова сюда вводите, здесь ищите следующую петлю и протаскиваете. Это, в общем-то, очень похоже на фабричную шов, знаете, машинный такой шов. Далее снова в следующую подхватываете, здесь ищите следующую вот сюда, через две протаскиваете полотно, вытягиваете петлю.
Так, следующая, вот она. И здесь на второй части также, оп, протянули через обе, сделали петельку. Вот одна. Не затягивайте, пожалуйста, шов. Он должен быть довольно-таки свободный такой. Продолжаем, девочки, таким образом сшивать нашу боковую часть. Раз, да, как я вам показала, следующие два. И вот таким образом протянули. Не затягивайте шов, пожалуйста. Я заканчиваю почти строчку уже, девочки. Бок заканчиваю, доделываю. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас там на лицо получается. Самое интересно посмотреть. Так, доделываем аккуратненько. Все должно совпасть. Все наши с вами здесь петельки. Так, и последний ряд с этим рядом совместили. Все. Отлично, все совпадает. Давайте отрезаем ниточку. Так, и смотрим. Что там у нас не сильно стянуто получается или ровно? Ага, очень хорошо получается. Мне нравится. Все довольно аккуратно. Да, хорошо. И здесь у нас на изнаночной стороне тоже аккуратный шов. Вот здесь он, если смотреть, вот такой вот, знаете, прям как машина прошлась, ровный, аккуратный. И здесь тоже, девочки, всем рекомендую такой способ сшивания. Очень быстро, легко и просто. Так, ниточки заделываем, да, и на вторую боковую часть также, девочки, переходим. И также такой же шов. Девочки, следующий момент, который нас с вами ждет. Нам необходимо с вами сделать спицами, да, мы должны с вами планочку сделать по пройме, планочку связать, да, и по вырезу горловины. Я начинаю всегда с выреза горловины. У меня спицы номер 3,5. Берем нашу ниточку, то есть я взяла те же самые спицы, которыми мы вязали нижнюю планку, да. И вот таким образом, вот отсюда с плеча, я начинаю поднимать. Обычно первую петельку я вытягиваю с помощью крючка. Так, и мы вот таким образом, здесь вот в плечо, я вот так вытащила, чтобы дырок не было, да, вытащила первую петельку, и далее у меня пошли такие действия. Ввожу спицу, вытягиваю петельку. Снова ввожу спицу, вытягиваю петельку. Ввожу, вытягиваю. И будьте внимательны. И я иногда вытягиваю не в каждую вот такую, да, большую петлю, которая у нас тут, естественно, да. А иногда я делаю вот между ними промежуточную, потом опять в большую. Не надо делать большие дырки, обходите вот такие вот моменты, когда вот видите, очень большие, лучше сюда, вот лучше вот так вот сделать, да, обойти этот момент с большой дыркой, вот, и далее снова вытягиваем вот таким образом, сколько получится, столько получится, я вам потом сообщу, сколько у меня получилось, можно сейчас сразу считать, то есть я никогда ничего там не примеряю, не планирую, да, то есть у меня вот сколько получится, столько и получится. Я так уже как бы понимаю, что нормально получится, ничего тут нет такого. Петля больше, петля меньше. Так, видите, да? Никакой у меня здесь нет системы. Все делаем по наитию. Девочки, у меня ровно 80 получилось петель поднялось. Вот, и сейчас я хотела бы начать вязать резиночкой планочку 1 на 1. То есть начинаем с любой петельки и вяжем лицевая,
изнаночная. Но есть такая возможность у нас с вами сделать красивый, так скажем, вариант. Первый ряд мы вяжем все петли изнаночные, и вот только после этого начинаем вязать резинку. Это очень красиво смотрится. Давайте так сделаем. Значит, первый ряд вяжем все петли изнаночные. Давайте так сделаем. Это будет хорошо. А вот потом приступим к вязанию резиночки 1 на 1. Итак, девочки, я вяжу все петельки изнаночными. Вот такая у нас получается окантовочка, красивая, аккуратная. Так, девочки, первый ряд я связала изнаночными петельками. И далее мы продолжаем вязать планочку, но, как уже и обговаривали раньше, делаем это резиночкой 1 на 1. То есть следующий этап у нас лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Высоту этой планочки вы можете под себя сделать. Обычно ее делают 3-3,5 сантиметра, девочки. Я думаю, что... Ай, ошиблась. Нельзя вот так болтать, да? Впустую. Так, вяжем эту резиночку, прекрасную резиночку 1 на 1. На ту высоту, которую вы посчитаете нужным. Я сейчас тоже не буду говорить заранее. Как мне понравится, так я и остановлюсь. Скажем так. Продолжаем вязать самостоятельно. У нас с вами идет обработка выреза горловины. Продолжается, да? И я закрываю уже петли. Связала я планочку. Планочку, вот уже пошло у меня закрытие петель. Вот такая получилась планочка. И я закрываю. Осталось немножечко, девочки. Просто, наверное, кому-то, может быть, будет интересно посмотреть, как я это делаю. Хотя, что тут интересного, все так умеют. Кто вязать умеет, да? Но все равно, давайте. Просто берем и закрываем обычно. Обычно не сильно затягивая и не сильно расхлябанно. То есть, знаете, такое среднее закрытие. Чтобы она не была оттопыренная и не слишком затягивала. Вот. Вот так это выглядит, девочки. Закрытие. Средненькое. Натяжение ниточки. Итак, продолжаем до конца. То же самое, девочки, мы будем делать с вами с вывязыванием. Вот здесь тоже также поднимем петельки и также будем вязать такую красивую планочку. Я думаю, что оформление можно также сделать. Вначале первый ряд изнаночный, затем будет у нас резиночка 1 на 1 вязаться. Так. Все, я уже почти заканчиваю. Сейчас надо пойти померить, как голова пролезает. Так, девочки, я закончила вязать. Здесь тоже сделала уже, обвязала я и нашу пройму. Получилась у нас такая же планочка, как по вырезу горловина, как здесь по низу планочка такая же, да? Вот, в общем-то, как видите, все в том же стиле выполнено, как и здесь, видите, да? Я тоже вязала первый ряд изнаночных, как мы договорились, потом перешла на резиночку 1 на 1. Закрыла я обычным способом, не эластичным. Так же, как и здесь по вырезу горловины, тоже хорошо, аккуратно получилось закрыть. И можно, конечно, вот этим вариантом закрыть, то есть как вот изнаночный, да, тогда будет сочетаться у нас закрытие здесь, вот эти вот изнаночный ряд и здесь изнаночное закрытие. Но не стала я так делать, мне так больше нравится. Вы, конечно, можете любым другим способом отделать, как вы привыкли, как вам нравится. Я вот так, девочки, сделала. Так, ну, в принципе, вот изделие готово. Вы уже видели, как оно сидит на мне.
как она сидит на манекене. Надеюсь, что изделие вам нравится, вы тоже загоритесь желанием связать себе такую красивую вещь. Я желаю вам удачи, до новых встреч!